Здравствуйте, с вами вновь команда ФИТ и я, Юлия Борзина. Сегодня гость нашего эфирного фитнес-зала Ольга Кузнецова. Оля не только проведет отличную утреннюю зарядку, но и поделится полезным рецептом. Олечка, мы тебя слушаем. Я бы хотела поделиться рецептом простого завтрака, это мой фаворит. Омлет с помидорами, посыпанный в сырной корочкой. Рецепт достаточно простой. Мы берем 3 яйца, половину молока, все перемешиваем в сковородку. По готовности засыпаем зеленью, немножко помидорок, сверху сыр, крышкой и ждем 3 минуты. Простой завтрак, очень полезный. Белковый, полезный завтрак. Ну что, сейчас мы потренируемся, а потом пойдем вместе завтракать. Начинаем! Ну и теперь встаем на зарядку. Прекрасное утро. Ставим ноги на ширине плеч. Давайте начнем, как всегда, с дыхания. Наверх вдох, выдох, еще разок вдох, выдох. Поднимаем руки вверх, опускаем перед собой и разводим стороны. Опускаем руки. Давайте сделаем вращение головой. Медленно в одну сторону. Начнем разминку сверху вниз, противоположную. Вращаем. Отлично, поднимаем голову, руки перед собой, правой, левой вверх. Запомните это движение, давайте сейчас сделаем с вами вращение в разные стороны. Правый вращаем назад, левый вперед. Здесь просыпается ваш мозг. Давайте в другую сторону, правый вперед, левый назад. Лена, отлично, отлично. Руки перед собой, сгибаем, разгибаем. Так, здесь все понятно. Добавляем скручивание. Оп, на каждое разгибание правую в левую сторону. Отлично. Только скручивание. Оп. Какие у меня сегодня, какая красивая команда. Давайте добавим разгибание рук правую в левую сторону. Еще 4, 3, 2, 1. Ноги пошире, приседаем только. Давайте начнем с левой. Еще 3, 2, поворот на 90 градусов. Позади нога у нас стоит прямая, качаем тазом вниз. 4, 3, 2, разгибаем впереди стоящую ногу. Оп! Тоже это упражнение мы делаем с ровной спиной. Ставим пятку на пол. Ну, давайте еще немножко. Еще 3, 2, прекрасно. Давайте через исходное положение делаем перекат, попружиним на вторую ногу. Супер. Поворот. Качаем. 7. Нога прямая. 4, 3, 2. И разгибаем. Оп. Я отсюда вижу, что у вас все получается. Молодцы. И сделаем еще 4. 3, 2, 1. Супер. Через согнутую. Раскручиваемся наверх. Собираем ноги вместе. Давайте сделаем вращение в тазобедренных суставах. Каждой ногой на себя. Оп. Руками вы можете вытянуться в стороны, либо держать перед собой. Меняем ножку. Вторая. Сначала от себя. 3, 2 и на себя. Оп. Прекрасно. Ноги вместе. Подтягиваем колено и вращение в голеностопе. Получается? Ну, я думаю, здесь не может не получиться. Ага, вторая. Так, держим равновесие на себя. Давайте закончим приседаниями. Ноги ставим чуть шире таза. Руки вверх и приседаем. Все, собираем ноги вместе, вдох, выдох два раза. Мы хорошо поработали, всем хорошего дня. Худшая тренировка не та, которая вам дается сложно или что-то не получается, а та, которую вы пропустили. А потому не пропустите нашу следующую встречу на канале ENSC49. Всего вам доброго!